Химика продолжается. Маршуба выводит на Кураева. Тельнов. Тельнов дальше на Эймана. Но неужели будет первая попытка Эймана? Да, пожалуйста, дебют. Записываем. Ну, а Эйман забивает реализацию. Здорово, Эйман! Эйман! Привет из Южной Африки всем, и солнечный. Этот парень набирает свое 12. Критическая разница, но по игре-то Химик инициативу забрал. 19. Шли, дальше хорошо, Кимаев подкидывает. Можно бежать, Эймана. Бежать, бежать, Эйман, бежать, 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 и будет попытка Химика! Фантастика! Эйман делает счет 5-10. Это точно ли Енисей СТМ, Александр Юрьевич? 5-10. Вот это, Кирилл нам игра дал поворот. 10-5. Многие причастные даже на высоких должностях матч показывать в прямом эфире Матч ТВ. А вот зачем, уважаемые наши зрители, Эйман. Да, не успел захват 14-й номер белых. Ну и здесь тут же Бернаучич подстраховал. Да, Бернаучич тут же в мяч сыграл. Да, руки он показал, ну то есть было видно, что он... Карманов, Эйман пошел. Прорвал. Здорово, здорово, ой, какая красота-то, ну да. Просто шедевр. Давайте смотреть. Ну вот как раз, да, ждали мы шага вперед в набранных очках от Химика, вот и дождались. И Карл прорвал, и потом ногой себе на ход вперед сыграл, отловил и занес. Великолепно. Но здесь, понятное дело, что Абдулкадиров изначально находился в проигрышной позиции, потому что сделано... Все, сам же Куан будет пробивать реализацию. 31-10. ВА побеждает пока, но Химик, еще раз скажем, оставляет хорошее впечатление. Эйман бьет. Во многом перелом ему может быть. Давайте. Попытку засчитал. Захаров. Ну да, попытка. Попытка, здесь это точно видно. Эйман сегодня забивает. Конечно, важнейшая реализация. Забивает он. 31-24. О, как хорошо! Куан Эйман! Куан Эйман, ну, наконец-то, да, хотел я сказать, что, ну, пора бы уже, ребята, пора как-то счет на табло изменить. Успешная. Смотрите, попытка. С ложным пасом, кого он там разул-то, что называется? По-моему, это Морно Юбер был под 14-м номером, который так руками погладил своего соплеменника и... Все перешло уже в атаку веером по левому флагу. Смотрите, какой хороший удар. И попадает. Попадает по воротам. Но только забить. И что это и будет делать Эйман? Что он и делает? Ну и кто же делал эту передачу? Это... Ой-ой-ой-ой. Ну, совсем уж не глядя получилось. Это Константин Кривоносов так ошибся. Получил он мяч от Даури. Вкладочку. И затем... Пытался в дальнюю перевести на 15-го номера Дина Гордона, но получилось перевести на другого 15-го. Такой дебют в этом поединке. Будет играть. Слышим мы, что... Как прорывается, посмотрите. Эта попытка состоялась, он заблокировал удар. Точный удар Куана Франклина Эймана. Прят мяч на чужую половину поля. Здесь надежно на приеме действуют игроки Химика. Эйман. Эйман побежал, ушел на дриблинге. Хорошо.